Ходить будет неудобно, ничего. Направь всю энергию в кончики пальцев, а потом резко выпусти. Хорошо, вот так и продолжай. Блокируй удары, иначе отгребешь так, что мало не покажется. Неплохо. Теперь только стреляй всем остальным. Да что я сейчас делал? Я помог, иначе эти твари быстро оторвали бы тебе башку. Мне показалось, или у тебя были какие-то дела? А, точно. Я обещал сестре, что приеду. Так что, значит, ты ехал к сестре, когда попал в аварию? Извини, не хочется болтать с чуваком, который чуть не задушил меня. Хм, справедливо. А ты-то кто вообще такой? Сначала ответь на мой вопрос, тогда я расскажу. Ты только погляди, что с городом стало. Не думал, что до такого дойдет. Сибую прямо не узнать. Значит, твоя сестра лежит здесь? Ага. Как-то не вовремя она заболела. Нам сейчас на четвертый этаж. Постой. Видишь, эти твари нас пока не заметили. Пригнись и попробуй пробраться мимо них незаметно. Молодец. Ничего не бойся, и ты справишься. Ладно. Похоже, ты начал осваиваться с моей силой. Вот так, отлично. В больницах часто встречаются такие твари. Будь осторожен. Кто они такие? Мы зовем... А теперь попробуем ударить посильнее. Вытаскивай ядро. Очень хорошо. Ядро — это, считай, то же самое, что и сердце. Пока его не вырвешь, они от тебя не отстанут. Осторожно. Они здесь. Поглоти энергию кристаллического эфира.